Всем привет! С вами на канале Сибирский Механик. Сегодня хочу видео снять про расширители лыж, про установку. В принципе, до этого у меня расширители стояли такого же плана, покупал в Рыбинске. Износились они у меня из-за некачественного пластика. Вот сейчас другие купил, вроде эти получше должны быть. Установим их, поездим, посмотрим. Для установки, в принципе, ничего сложного нету. Откручиваем на лыжи конек. Здесь три гайки на 15, подголовку на 15. И у меня еще здесь установлены дополнительные болты. Здесь подключены 17. Сейчас отворачиваем, достаем конек. Крутил. Специально длинную такую головку я себе на 15 купил. Так. Вот он конек. Откручивается, вниз вытаскивается. Ну, снегоход, естественно, поднять надо. По отверстиям все попадает. И вот такая история получается. Так, да, все правильно? Да, все правильно. Сейчас, рукой. Все. В принципе, вот так это выглядит теперь. Расширитель. Ставим под лыжу. По отверстиям сейчас попадаем. Делаем разметку. И, в принципе, можно будет сверлить и прикручивать. Сейчас разметочку сделаю. Конек поставлю, разметочку сделаю и просверлим. Я прям ничего не стал. Прикрутил, наживил, да. Прямо отсюда сверлом просверлил. Все. С той стороны тоже получилось. Сейчас болты ставим, все притягиваем. И со второй стороны делаем то же самое. В принципе, полчаса работы, и оба расширителя стоят. Я дополнительно креплю болтами носок, скажем так, и пятку лыжи. Здесь получается у нас плоская шайба, торец болта плоский, это используется мебельный болт. На сервисах, где ставят, где я снегоход обслуживал, они не ставят болты. Не знаю почему, я считаю, надо. Где-то под снегом, если ветка попадет между лыжей и расширителем, либо лыжу сломает, либо расширитель. Ну, в принципе, в установке ничего сложного нету. Кто хочет сам поставить, в принципе, открутить и прикрутить. Хитрого ничего нету. Там за установку берут они 2000 в сервисе. Я не вижу смысла переплачивать деньги за установку лыжи. Если руки растут из нужного места, все делается на раз-два. Такое видео по расширителю. Всем спасибо за внимание. Всем удачи.